И качанчик еще хочешь дать? Ой. Элвис, как ты себя ведешь? Да. Нате, кушайте. Всем так. Хватит. Ужас, все, теперь там уборки будет, стирки сразу. И вам еще, на. Вот так, все, на кровати кушаем, молодец. Вот-то, боже мой, боже, ну ты. Элвис, как ты себя ведешь? Тиффани тебя уже боится. Ай-яй-яй-яй-яй. Элвис, разве можно так себя вести? Иди кушать, Мадонна. Мадонна не хочет. Мадонна не хочет, Тинтин не хочет. А Тиффани и Элвис хотят. Посмотри. Просто Тиффани не может пережить, что какой-то попугай ей не дает кукурузу. Еще и такой малой. Посмотри. Это называется хищник лиса. Это я не знаю, что называется. А толстый какой? Жирный. Ну, Тинти не научился передвигаться. Что это поведение? Я уже прямо целится. А что ты кушаешь кукурузу? А Тиффани тоже завидуют теперь. На, папа тебе дает отдельно. Ой, ты боже мой, ой. На тебе вот это с краешку. То пусть эта жадина сам ест. Кто-то еще не выдержал. Кто-то еще не выдержал. Ну, Мадонна Гэта пасрамнее кушает. Тэри, ты хоть хорошо следишь за попугаями? Смотри. Даже Тиффани прогнали, да маленькая, прогнали тебя. Не дали кукурузу, папа сам ел, попугайчикам своим дал. Ты тоже хочешь. Все, все. Расстроилась лежит теперь. Расстроилась, да? Вот так. А вы давайте, чтобы все съели, никаких крошек, чтобы не оставалось. Расстроилась. Кого там домой уже загнал? А, Люция была во дворе. Опять прогоняют. Боже мой. Ну, не, ну ты вообще обнаглел. Куда ты уже ее прогоняешь, а? Элвис, как ты себя ведешь? Так нельзя вести себя. Прогнал дальше тебя. Прогнал маленькую. Иди на свой стол уже. И кушай. Он с кровати прогнал, Саш. Да, что ты хочешь там? Боится уже. В засаде. Раздражает его эта лиса. А? Лиса его раздражает. А, раздражает? Там крошки подбирает. Она что, качан затащила? Ой, ты боже мой. Тиффани, тебе не дали кукурузу. Не дали. Эти попугаи жадины, прижадины. Вот так тяжело бывает, живется хищником. В семье, где всем все дозволено. Тевечка плохо смотрела за попугаями. Загнали вон Тиффани на подушечку. Так и живем. Мадонна так и не пришла. Тинтин так и не пришел. О, кого я вижу? Быстренько переведем камеру.
Мадонна пока в этот момент дружит с Марселькой. Уже отошла к Марселе. Что-то ему на ушко только что говорила. Вот. Видишь, Мадонна дружит с Марселем. А ты почему с Тинтинем не дружишь? И с Тиффани не дружишь? А, Элвис? Не дружишь.